Короче, мы с Димой затеяли уборку. Дима убирает там у себя под свою музыку. Тут уже какой-то мне мусор принес. Здесь у нас играл-играл. Эта чашка у нас для занятий старая. Покажи свою дисконтную карту. Ты ее оплачиваешь, да? Оплачиваешь покупки, да? Вот такая вот карта. Мы не будем ее рекламировать. Это наш самарский сайт. Вот 5 звездочек там что-то. Да? Потому что мы не будем рекламировать, потому что мы еще не знакомы с этой компанией. Да, зайка? А я вот тут решила протереть свой стол. На самом деле я пыль не люблю протирать, потому что у меня аллергия на пыль. И каждый раз с каждым соприкосновением с пылью у меня очень сильно закладывает нос. Поэтому я ее практически не протираю. Только вот... Что я? А, я только вот тут телевизор вот тут протираю, и все. И все. Остальное у меня приезжает свекровь, протирает пыль. Дима иногда, родители. Остальное я ничего не трогаю. И вот тут около кровати в уголке, где я сплю, протираю. И все. Больше я ничего не трогаю. Потому что мне сразу тут же закладывает, и все. А тут вот я сейчас залезла, подняла свою клавиатуру. А, там симка даже лежит. Подняла свою клавиатуру, но здесь просто кошмар под ней. И сама клавиатура, вся пыль, она у меня всегда так, все компьютеры, и ноутбук у меня был. Я помню, приносила его к мастеру, там так вот открывает этот ноутбук, а там вот так вот пыль, и он, я помню, так вот пальцем такой жух, протирает, такой смотрит, там пыль. Так это, потрогает, и потом глаза поднимает на меня и на меня смотрит. Ой. А я сижу, а у меня там на столе был полумрак, и у меня не видно было пыли. Вот. Сейчас я вот так все стрясу. Телефон я вам, смотрите, у меня теперь уже без этой ношу. Без чехла. Голый он у меня теперь. Голышом ношу, так непривычно, он везде скатывается, такой глянцевый. Вот, мышка у меня, кстати, новая мышка. Logitech, кстати, классный. Вообще у меня и видео, это не видео, как ее веб-камера, вот она висит, она тоже Logitech. Господи, как он читается-то у нас? Logitech. Logitech. Ну, блин, короче, не знаю я. Так, это у нас чипсы на обзор стоят. Очередь. Тут, кстати, лизун. Ой, вообще жидкий, по-моему, стал. Не знаю даже. Я хочу, знаете, его... какую-нибудь белую ткань положить, чтобы он там высох, и потом посмотреть, что с ним будет. Что будет вообще, что с этим можно будет сделать. Вот, ну что-то мне ткань жалко, если честно. Так, тут обои на Дима мне. Так. Сейчас мы ее будем с вами протирать. Ну, не знаю, просто все время так быстро они запылятся, эти белые, вернее, черные клавиатуры. А если, кстати, ее сейчас взять, переворачивать, раньше у меня был старый компьютер, я всегда все чистила. Я помню, как я переворачивала, но нет, не особо. Ладно, я сейчас уберусь, короче, а потом вам покажу, что у меня получилось. Я уже тут вот с краю стола немножко убрала, все тут вот себе сложила. Достала я здесь, кстати, этот, Дим, на, забирай, ради бога. Это вот моя тетрадка, как бы основная. Здесь я, кстати, даже вот так вот записываю, сколько человек у меня на YouTube в данный момент есть. Потом поприглашаю взаимных подписчиков, опять записываю, сколько стало, сколько пришло. Это вот у меня, кстати, тетрадка, здесь программа для развития ребенка я записываю. У меня здесь вот записи есть. Где они? А вот они. Вот я сейчас достала, вот они вот так вот. У меня выглядит алфавит, здесь буквы, слова. Вот, у меня какие-то идеи появляются, я сразу сюда в тетрадку все записываю. И здесь у меня вот книжки есть. Я что-то из них должна переписать. Вот из этой я уже не помню, что. А из этой вот это, кстати, книжка моей сестры. Бабуля нам, не знаю, зачем-то ее принесла. Дебильная, реально. Ну, блин, простите меня за это слово, но дебильная книжка. Вот мне не нравится, сейчас покажу. Я уже показывала, кстати. Где тут? Ну, тут еще более-менее фотографии, картинки вернее. А тут вот, ну, блин, какие-то вот они животные, непонятные, не настоящие как будто. Как-то они вот... А, вот здесь сейчас
Здесь вот рыбка какая-то, вот какая-то. Не нравятся они мне. Эта книга мне не нравится. А, здесь я должна просто вот эти вот слова хочу переписать, чтобы у меня на каждую букву были вот такие слова, потому что самой придумывать, вспоминать, это очень сложно. Искать в интернете вот все, что нашла. Поэтому вот... Не знаю, зачем бабуля ее принесла. Сестре она сказала, что, мол, типа, у нас нет ни одной книги, дай им книгу какую-нибудь. Вот она дала такую книгу. Вот. Хотя у Димы книг просто битком, ее даже просто складывать некуда. Вот. Сейчас я покажу. Вот здесь у Димы все книги. Вот они. Нет, не эти. Вот эти вот книги. Всякие-всякие. Много тут вот альбомы вот занимают. Это все книги. И даже не только тут, еще в другом месте. А тут у меня вот все остальное. Дима, ты что делаешь? Я открыла, маме жарко, а тебе холодно стало, что ли? Давай, иди, прибирайся. Что там за бумажки вон лежат? Дима тут играл у меня. Думала, сейчас он пока будет играть. Я пока это карточки хотела сделать ему. Дальше продолжу делать карточки. Ну и что? А ведерко желтое где? Принеси желтое ведро. Дима. Ведро желтое. Это чашка желтая. А ведро? Неси ведро. Короче, вот так я убралась. Отодвинула монитор туда подальше, клавиатуру подальше. Вот. Тут, ну тут, блин, всякие стаканчик, там всякие фломастеры, все такое. Не знаю, короче. Наверное, скорее всего, туда вот за монитор уберу. У меня там уже немножко стоит. Вот, оставлю себе одну ручку только и все. И карандаш. Обычно их под клавиатуру складываю. Вот, ну тут вот тоже листок достала. Хочу Диме карточки делать. И получается такой большой сразу стол творческий. Сразу хочется творить, что-то делать. Так, у нас тут неприятная ситуация. Дима разбил тарелку. Блин, так обидно вообще, эти тарелки, такие наборы у меня был прям классные такие. Я покупала их в фикс-прайсе еще давно когда-то. Уже две, ну вот одну разбил, вот вторую разбил, и две штуки осталось их всего лишь. Так жалко, они такие классные. Здесь вот прям нарисованы рисунки такие вот, качественные, хорошие. Внизу белочка, он всегда угадывал, кто там нарисован. Вот белочка и слон, они уже их разбил он. Остался там, по-моему, жираф и кто-то еще. Обидно. Все-таки надо металлическую посуду покупать ребенку. Дима, скажи. Дима. Дима. Смотри на меня. Дима. Всем пока-пока. Скажи. Пока-пока. Помаши ручкой. Скажи, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь. И басик. И ставьте лайки. Лайк покажи. Лучше не говори. Лайк. Вот они, лайки. Ставьте лайки, да? Да, зайка?